Друзья, приветствую вас на канале Столярное Дело. Сегодня хочу показать вам, как сделать вот такую вот игрушку, чтобы порадовать своих деток. Подписывайтесь на канал, смотрите видео до конца, ставьте лайки. Всем приятного просмотра. Друзья, всем привет. Нам нужно сделать вот такую вот штучку. И 12 вот таких вот колечек. Для этого я взял вот такие заготовки. Это, кстати, все стульчиков. Это ножки на расходный стульчик. У меня были заготовки такие. И немножко вот здесь сучком. Как раз для такой штучки они подойдут. И вот такую палочку. Это тоже для стульчиков я делал заготовки на ручки. Сейчас я сюда использую на эту поделку. Размеры этих реечек могут быть произвольные. А можете сделать по моим размерам. Вот эти вот два брусочка сечением 20 на 40 и длиной 38 сантиметров. Палочка диаметром 16 миллиметров. И нам нужно из 5 кусочков напилить по 150 миллиметров. Так, я отпилил 150 длиной одну, а эти 4 по 120. Это будет у нас центральная. С нижней стороны я немножко углы сбил, чтобы не мешали, когда я буду в отверстие их вклеивать. А сверху то закруглил, чтобы было более закругленное такое. И теперь наша задача, например, это будет, если верхний брусок, то здесь сделать запил пол дерева, а в этом наоборот сверху, чтобы вот так вот их соединить на клей. Значит, мы сейчас сделаем разметку. Значит, мы размечаем, центр будет у нас 19, значит, мы отмечаем 17 и 21. И проводим, если на этой речке сверху, значит, на этой надо снизу. Ну, а отверстие для палочек, то мы сейчас разметим с этой стороны. Значит, 19. Центр. А, вот у нас будет, получается, вот эта верхняя, значит, здесь вот отверстие, в этой. И отметим здесь, ну, просто вот так вот брусочком на 2. Раз. Он у нас 2-сантиметровый, как получится середина. Значит, сейчас мы будем вот запилы делать. Получилось вот так вот идеально, четко, просто вообще. Значит, теперь нам нужно посверлить отверстие, 5 отверстий на 16, на глубину. Я буду перышком сверлить, главное, чтобы оно на велет не вышло, ну, может, там точечка будет. И надо вот эти вот углы, чисто для красоты, вот закруглить. Вот эти я торцы закруглил. Сейчас все хочу это обойти фрезером. Полукругом. Ну, это все, конечно, не обязательно. Просто инструмент есть. То я сделаю, чтобы было красивее. А в принципе можно и без этого. Так, сейчас мы проклеим. Значит, вот это длиннее, что на 150 надо быть по центру, а по 120 будут по краям.
Пока мы поставим его на просушку, будет подсыхать. Мы этим временем займемся, значит, делать колечко. Будем. Сейчас мы нарисуем первый круг, а потом его выпилим и уже будем по нему рисовать остальные. Значит, диаметр у нас будет 15 сантиметров, а внутреннее отверстие 10 сантиметров. Вот уже штучка наша уже высохла, пока мы делали колечко. И можно будет уже покрывать лаком. Thank you.